Сегодня с вами я, Анита Сметанчик. Привет, Москва, Россия. Сегодня я передаю привет Николаю, которого я нашла, который на прошлом моем видео убежал к собакам. Николюша, привет, снимай. Итак, мы сейчас у нас сушка. Покажи всех людей, которые здесь находятся. Николюша, работай. Молодец, мой мальчик. Вот все люди пришли на сушку. Мы как будто сейчас на галерее находимся, только находимся в каком-то стрёмном частном доме. Но тут прикольно, можно такую нормальную фотосессию забацать. Очень много картин, луки висят, 2 рубля висит. Также висят мои работы. Вот я пришла. Также мне вот подарили, я только дошла, и мне подарили вот это. Я богиня. А еще я украла вот это. Прищепочку, как она сделана. Еще дают вот такие дают. Сушки, входы. В общем, тут круто. Сегодня должна была пойти в театр. Я забила на это дело, пошла сюда, на эту сушку. Я ни о чем не жалею. Тут очень круто. И я нашла себе картину, которую я по-любому сама заберу. Она сделана из масляных красок. Нормально? Давай, пошли за мной дальше. Сейчас вы что там покараулите? Пошли. Мы идем. Тут очень много людей. Всеми мешают. Сегодня я решила выглядеть как маленькая девочка, так как у меня губки. Что ты снимаешь? Покажи всех начинающих фотографов, таких как я, любителей, таких. Таких как ты, Николай. Николай, показывай людей. Сверху такой понял, да? Сейчас ты на брызгом не снимаешь, да? Николай, я тебе за что деньги плачу, чтобы ты мои прыщи показывал людям? Сейчас я найду совсем левого человека, которого я не знаю, поведу на своей работы. И все, что он скажет, так оно и будет. Хочу просто сказать незнакомому человеку моей работы. Интересно то, что он скажет вообще, в общем. Итак, мы поехали искать мальчика. Какого же мы возьмем мальчика? Зачем нам девочки? Мы лучше возьмем мальчика. Какого-то красавчика. Сними вот этого мальчика, какой он молодец, а? Нам что как залез. Красавчик. Это я рисовала в 5 классе. Ну это такая, самая моя первая работа, и я так подумала, зачем она надо. Ну и решила ее сюда отдать. Вот она висела у меня на стене. Я спала. Меня мама сфотографировала. Не знаю, что я заснула. Открой, сейчас будет с меня орать, да? Мальчики, можете, пожалуйста, дать интервью? Мы с телеканала «Надеть звезду». Какую? Мальчика. Программа «Песок». Журфак. Программа «Песок». Ребята, пожалел, не палите меня. От пожилых фотографов. Вся Россия нас сейчас смотрит. Ой, будет класс. Смотреть через неделю. Прям на фотоаппарате прям уже смотрит. Да. Россия, привет! Россия, как тебя зовут? Меня Виталий. За мной пойти, за мной. Россия, мама. Я с Россией поздравляю. Ребят, нас нормально.